мои дорогие любимые, я попросила Наталью пожелать моим подписчикам то, что для нее наиболее важно. Вот что для тебя самое ценное и чем бы ты хотела поделиться своими подписчиками? Ценность для меня самая важная, которая здесь есть, это value, в которой вы живете повседневно. То есть ценность внутри, самое главное? Самооценка. Это ценность, которую вы проживаете. В каждом дне, в каждом моменте? Друзья мои. Осознанная жизнь, то есть в каждом моменте. Вы только вдумайтесь и сделайте эту медитацию. А настройки вам сейчас даст Наташа. Только подумайте, когда вы будете осознанно подходить к своей жизни, вспомнить, какие ваши ценности, даже когда у вас их нет, это тоже хороший вопрос. И когда вы поймете ваши ценности, напишите, которые бы, их может быть и нет, но вы смогли бы что-то у кого-то видеть, что-то хотели бы добавить, то проживать каждый день, как дисциплинированно. Кушайте, ходите в жим, кушайте спать вовремя, это тоже самое ценность. Осознанно живя с ними, подумайте, как ваша жизнь может измениться. А как быть в моменте? Вот, допустим, я делаю джим, и мне не нравится то, что я делаю. Я делаю только потому, что... Значит, делаете то, что нравится. Это не ваша ценность. То есть, получается, вы просто делаете то, что делают другие. Я говорю о вашей личности, не то, что делают другие, а именно вы. То есть, нужно все время фокус держать внутри себя? Фокус держать нужно, зная себя, говоря о себе, и не смотреть, что делают другие. Итак, любимые, если вы готовы перейти к осознанной жизни, то ждем вас на коуч-сессию. Всем удачи. Пока-пока.